художественный руководитель Большого театра Константин Владимирович привез с собой много впечатлений. И больше всего ему запомнилась Горячая Яма. И вдохновленный ею, он решил создать свой Горячий балет. И подписав контракт с актерами, он приступил к первым репетициям. Митечка, ты посмотри, каких я привез шикарных особей. Митечка, мы сегодня с тобой начнем репетировать. Итак, мальчики, идите сюда. Мальчики, сюда. Мальчики, мальчики. Итак, мальчики, пасе, пасе, пасе. Ножку тяни, ножку тяни. Ну, не копыта, не копыта, ножку, ножку, пасе, пасе. Ой, Митенька, ну покажи, как правильно. Умничка, звездочка ты моя, умничка. Мальчики, батман, батман, батман. Да, выше, 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 выше. Бездарности. Митенька, звездочка, покажи, как это делается. Умничка моя, умничка. Мальчики, мальчики, тянем ножку, ножку тянем. Тянем, не копыта, ножку. Фондю, фондю. Это не фондю, это фондя какая-то. Константин Владимирович, я не могу работать в таких условиях. Я 20 лет пахал успеха, чтобы попасть в Большой театр, а эти отвратительные чудовища попали сюда за одну минуту. С ними невозможно работать. Митенька, успокойся, успокойся, успокойся. Митенька, ты посмотри, какая стать. Ты посмотри, мы сделаем из них звезд СНГ. Митенька, это будут настоящие звезды. Более того, я скажу, суперзвезды. Так, мальчики, мальчики, не расслабляйтесь, не расслабляйтесь. Ну, прогон, прогон.